стране проводится проверка боеготовности в ряде военных округов. Боевые задачи поставлены перед отдельными соединениями ВДВ и военно-транспортной авиации. В учениях также принимают участие и наша республика. Глава Чувашии провел рабочую встречу с военным комиссаром Чувашской республики Александром Макрушиным. Весь спектр поставленных задач надо выполнить максимально оперативно, подчеркнул Михаил Игнатьев. В том числе и по предупреждению террористических угроз и стихийных бедствий. Было доложено оперативное тактическое задание, также принятые решения. Помимо этого были обсуждены вопросы по военно-патриотическому воспитанию, а также по подготовке к предстоящему параду 9 мая.